7:01 в городе Ульяновске. На радио 2x2 стартует утреннее шоу «Зарядники». Кристина Преображенская. Евгений Воронцов. И Светлана Смагина. Доброе утро. «Зарядники» – новое утреннее шоу на радио 2x2. Теперь ульяновцев по утрам будет заряжать отличным настроением две очаровательные девушки. А разбавляет эту парочку не менее очаровательный молодой человек. Часто такое бывает, что мы едем на работу уже порядком такие разряженные, не в настроении. И, собственно, для этого мы придумали нашу утреннюю программу, в которой есть розыгрыши, музыка, веселые ведущие, интересные темы и все самое актуальное, свежее, трендовое, если хотите. Новые тренды из мира шоу-биза, культуры, индустрии моды, науки и прочих сфер радиоведущие знают из популярных соцсетей. Главные помощники – Инстаграм, ТикТок и ВКонтакте. Поэтому шоу можно провести, имея под рукой только телефон. Однако ведущие признаются, к каждому эфиру готовятся. Хотя и не чураются шуток и импровизаций. Все трое ждут момента подколоть друг друга. К тому же каждому отведена своя роль. Кристина – вечно заводная девчонка, Евгений – просто умный парень, а Света – блондинка и не боится казаться глупой. И еще есть у нас рубрика «Блондинка объясняет». Это моя рубрика, в которой я объясняю слушателю 5 слов. Слова, например, пассатижи, как я это объясняю, мужской инструмент, им сдавливают, то есть это происходит как-то так, и слушателю очень тяжело угадать, что же я имела в виду. «Зарядники» выходят в прямом эфире по будням с 7 до 10 утра. А чтобы успеть разбудить слушателей, на радиостанцию ведущие приезжают заранее. Подъем начинается у нас в 4 утра. Мы просыпаемся в 4, привозим себя в порядок и едем на эфир для того, чтобы успеть уже всем нашим радиослушателям в 7 утра сказать «доброе утро». Хочется разбудить город и подарить вот этот позитив с самого раннего утра. 2x2 Ульяновск вещает на частоте 102.1 FM. В 2018 году радиостанция отметила 20 лет с момента выхода в эфир. Рената Льгулова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ.